Всем привет, друзья! С вами Рин, и мы с Семеном продолжаем радоваться жизни в совенке, в бесконечном лете, в новом для нас моде – булки, кефир и рок-н-ролл. Первая серия очень меня порадовала, очень воодушевила, и мне хочется, чтобы здесь и дальше сохранялась такая же приятная какая-то ностальгическая, очень душевная атмосфера. Ну, Семена, конечно, как всегда, все пожелали припахать к чему бы то ни было. Он у нас тут и веранды красил, и скамейку его заставили красить, и что-то там еще. Но благодаря красивым глазам Мику и ее улыбке, ну и ее песенкам тоже, Семен был готов на что угодно, так как уже, в общем-то, втрескался. А что ж, мы готовимся к фестивалю, концерту точнее, крупному, которым будем закрывать нашу лагерную смену. И нам всем нужно хорошенько потрудиться для того, чтобы этот концерт запомнился всем и каждому. Что ж, давайте продолжим. Вечером я сидел на ступеньках нашего с Ольгой домика и усердно оттирал руки добытым у кибернетиков бензином. Не знаю, как забор, а пальцы оказались выкрашены на совесть. Ни единого светлого пятнышка. А он же просил перчатки. Просил. Чё бы на складе не пошариться, да и не выдать ему эти самые перчатки. Славя тоже как-то об этом не подумала. Мимо прошла Славяна. Вот уж воистину, кого упомянешь, то тут сразу и появится. Семён, видела твою работу сегодня. Неплохо выходит, кстати. От души она подбадривает. Или же просто делает вид, чтобы поощрить. Какая разница? Все равно приятно. Я с самым молодцеватым видом, на который был способен, ответил. Спасибо, стараюсь. Осталось только следы вывести. Зеленый цвет мне как-то не идет. В доказательство я помахал свежеокрашенной рукой. Она принюхалась. Ну, понятно, что Славе принюхалась, а не рука, но все-таки. Наморщила свой симпатичный носик. Бензин? Фу, гадость какая! Ну что ж ты мучаешься? Бензином вредно ведь. А чем? Убери эту химию. Посиди 5 минут, я сейчас. Я еще, знаете, каким вопросом-то, кстати, не задалась. Этот мод, он кинетический, то бишь без выборов? Или все-таки какие-то выборы здесь будут? Поскольку раз уж главная героиня здесь Мику, и так все, в общем-то, и рассчитано, что романтическая линия тоже будет с Мику, то, наверное, смысла особого в выборах нет, но мне все-таки хотелось бы, чтобы они были, потому что я кинетические новеллы не очень-то жалую. Вот. Но уж как будет, так и будет, конечно. Вернулась она очень скоро с тряпкой и стопкой, наполненной подсолнечным маслом. А ну-ка, давай сюда руки. Затем она взяла меня за перемазанные лапы, присела рядом и какое-то время оттирала маслом остатки краски. От того, что она держала меня за руки, стало очень уютно и приятно. И немного неловко, словно я маленький, и старшая сестра, которой у меня никогда не было, ухаживает за мной. Ей бы действительно подошла роль старшей сестры. Она увлеклась, светлая прядка упала ей на лицо. Наконец, довольно улыбнулась. «Ну вот, а то бензина не хватает для комбайнов, а ты тут кожу себе жжешь». «Ну, спасибо тебе. Я думал, буду ходить таким марсианином до конца смены». «Снова ты обо мне заботишься? Даже неудобно как-то». «Ой, пустяки. У меня куча братьев, я привычная». «А, так у нее и правда. Вроде она рассказывала, что были у нее». «То есть это все по канону?» «Сколько же?» «А, уже и не знаю. Пока что 4, но мама в роддоме, так что, может быть, и больше стало». «Бедная девочка». «Это кошмар. Здорово». «Мне тоже нравится. Большая семья – это весело». «Ну, тут да, как бы. Кому что. Я, конечно, не спорю с тем, что большая семья – это весело. Вот ни в коей степени. Просто я представляю себе столько детей. Ну, это трудно, это тяжело. Это правда непросто». «А у тебя братья и сестры есть?» «Нету. Один я». «Ну, ничего. А ну, подожди, тут еще осталось. И на лице». Славя оттирала краску с моих рук, а я сидел и млел. Будь у меня хвост, я наверняка вилял бы им. «А ты и рад. Тебе вот все девушки внимание оказывают, ты только лыбишься». Мимо нас прошли Алиса, Ульяна и Мику. Алиса бросила на нас взгляд и о чем-то, казалось, задумалась.
Мика улыбнулась, приветственно помахала рукой славяне, а Ульянка изобразила поцелуй и громко причмокнула. Только тут я сообразил, что мы все еще держимся за руки. Да-да-да, сейчас слухи пойдут. Славя хихикнула. Вот неугомонная троица. Знаешь, как их называют? Вообще, господи, мы же читаем не оригинал все-таки. Поэтому, видимо, Мику здесь в подружках и у Алисы, и у Ульяны. Хотя это непривычно. Как? Три мушкетера. Они ведь из одной школы, только классы разные. Не хватает еще Д'Артаньяна. Ну, Лена, кажется, из их городка, но что-то они держатся на расстоянии. Мы их поселили с Мику, а все равно они почти не общаются. Не выходит из нее четвертый мушкетер. Все-то ты знаешь. Я много Ольге Дмитриевне помогаю, вот и приходится быть в курсе всех дел. Смена небольшая, наш отряд вообще крошечный, но все равно. То подерутся, то пионерка сидит и плачет, а потом оказывается, что она темноты боится. Ну, сам понимаешь, Ольге Дмитриевне в одиночку тяжело все успевать. Вот как? Ну да. Больше никто не вызвался. Вот я и помогаю. Мне не трудно, а вожатой легче. Выплеснув остатки масла в кусты, она встала и попрощалась. Я сидел и смотрел ей вслед. Хорошая девочка. Не по годам серьезная, аккуратная. И красивая. И какая-то слишком уж идеальная. И от этого скучная. Если бы ее проблемы хоть раз как-то раскрыли нам, потому что даже в оригинале, насколько мне помнится, Славя представала такой девочкой особо неконфликтной. Там, конечно, у них с Ольгой Дмитриевной что-то произошло, но это все равно было не так серьезно. То есть Семен вроде бы со Славей сблизился, но особо про ее внутренний мир ничего и не успел узнать. И вот это меня всегда как-то коробило. Что в Саманте? Хотя в Саманте это, наверное, я же там на ее рут не выходила. В Саманте, наверное, что-то и могли про нее рассказать. Но вот просто когда перед тобой такой человек, которому все удается, вот она вся такая себя красивая, все успевает, всем помогает, на жизнь смотрит с оптимизмом, на самом-то деле ты понимаешь, что такие люди, такие персонажи, они всегда что-то за этим скрывают. Им тоже приходится что-то преодолевать, как и всем обычным людям. Но почему нам-то не дают на это все взглянуть? Для того, чтобы этот персонаж стал хоть немножко нам ближе и был немножечко очеловечен, что ли. Потому что так она кажется чуть ли не роботом. И от этого вот лично у меня какое-то отторжение идет. Ну, не знаю. Не знаю, как у вас может быть другое к Славе отношение. Знаю человека, который ее прям очень-очень любит и выделяет из всех остальных. Не той кукольной красотой, какая в моде в моем времени, а натуральной. Без всяких килограммов штукатурки выглядит так, что хочется взять и влюбиться, написать ее портрет, сочинить стихотворение или хотя бы в кино сводить. Про Мику уже забыл. Все. Я-то думала, он влюбился, а он тут на Славю, значит, поглядывает. Еще какое-то время я лежал в шезлонге, просто вдыхая ароматы соснового леса и ту особенную смесь запахов, которая бывает, когда теплый летний ветер дует с озера через заросли цветущих кустов. Хорошо-то как! Четверть века, которую я успел прожить, приучили, что за все, как правило, приходится платить. Бесплатный сыр только в мышеловке и все такое. Но сейчас... Сейчас не хотелось думать о том, что будет потом, а только наслаждаться этими моментами. И так незаметно наступил вечер. Наконец, в воздух поднялись эскадрильи комаров, так что пришлось бежать от них по крышу дома. Ольга уже переоделась и, лежа спиной к стене, смотрела на меня. «Ух ты, какая красивая-то у нас Ольга Дмитриевна!» Я помню, у нее другое платье было, когда она на дискотеку одевалась. «Ну, как ты? Вливаешься потихоньку?» «Кажется, да». А еще хотел уехать. Не хотел. А зачем тогда спрашивал телефон? Когда конец смены? Неуютно чувствую себя, если за спиной нет открытой двери. Такой уж я есть. Ах, мальчишки, и фраз набрался таких. Ну, раз уж сбегать не будешь, тогда доброй ночи, что ли? А, это подожди, это что, это у нее реально пеньюар такой, ночнушка, что ли?
Я аж сразу не сообразила, думала, что она какое-то платьице на себя напялила, причем довольно откровенное, но, видимо, нет, это такой халатик красивый. Доброй ночи. Спасибо, что беспокоитесь. Вообще, как-то она, с учетом того, что на дворе Советский Союз, как-то, мне кажется, довольно бесстыдно она одевается. Причем, с учетом того, что в ее комнате пионер живет мужского пола. Как-то это, ну... Я, правда, вначале неуютно чувствовал себя здесь. А сейчас вошел во вкус. Вроде того. Вот и славно. А теперь спим, а то завтра куча дел предстоит. Этот концерт, смотр, как снег на голову. Засыпать в одной комнате с женщиной. Пусть в разных кроватях. Еще не так давно это было чем-то невообразимым для меня, а сейчас в порядке вещей. Я задумчиво смотрел на звезды в окне, прислушивался к равномерному дыханию Ольги, а потом незаметно для себя заснул. Сеня! Сеня! Почему ему Алиса снится? Ну, подумай о чем-нибудь. И тут еще эта музыка как раз из рута Алисы в Саманте, когда они в пещере были. У меня прям флешбэк. Потому что буквально пару дней назад я его закончила. Вокруг была вода. Еще и вода. Лол. Мутная, зеленая, теплая. Я ощущал себя странно. Очень странно. Не чувствовал рук и ног. Вместо них в воде бултыхались только бесформенные плавники, покрытые грубой кожей, как у аллигатора. Ну, типикал Семен. Типичные упоротые сны. На берегу сидела рыжая Адвачевская, почему-то совсем маленькая, в коротеньком красном платьице с открытыми плечами. Она наставляла в мою сторону какую-то коробочку с кристаллом и уговаривала подумать хоть о чем-нибудь. Я пытался подумать, что это же я, пионер Семен, пытался поговорить с ней, но моя пасть, наполненная кинжально-острыми зубами, только беспомощно открывалась и закрывалась, издавая тихое шипение. «Безнадежно! Ты безнадежен, Сеня! Тупое ты бревно!» С этими словами она бросила мне рыбу из ведерка и зашагала в сторону. Я звал ее, просил подождать, но из пасти донеслось только хриплое сипение. «Лена! Можешь его зарезать и сделать из него сумочку? Мне все равно!» От мысли о том, что вот-вот превращусь в женский редикюль, а может и пару сапожек, я изо всех сил заработал плавниками, пытаясь отодвинуться подальше. Но фигура с ножом уже приближалась ко мне. Ну типа что, Семен превратился в крокодила, только с плавниками почему-то? С какими-то? Я рванулся из последних сил. Кошмар. Сон про Твин Пикс был намного приятней и намного осмысленнее, я тебе скажу. И обнаружил себя лежащим на полу. За окном царила непроглядная ночь. Локоть ныл. На кровати напротив мирно посапывала Ольга Дмитриевна. В щеку давил острый угол обложки. Я думала, он сейчас Ольгу Дмитриевну разбудит. С кровати свалился. На улице надрывались сверчки, а лягушки с озера пытались их перекричать. Я злобно глянул на лежащую на полу книгу. 100 лет тому вперед, Кир Булычев. А, да-да-да, там же был этот Космозо зоопарк. Видимо, вот там были какие-то диковинные животные, которых отец Алисы в свое время собирал с разных планет и отвозил туда. Я, правда, не припомню, что это мог быть за такой крокодил с плавниками, но, значит, кто-то был. Обчитался на ночь, да, или что? Приснится же такое. Бензина, видно, нанюхался. Засунув книжку в дальний угол тумбочки, я жадно отхлебнул воды из чайника и снова лег. Спать расхотелось, а на часах всего 2 часа ночи. Нужно что-то с этим делать. Я вышел из домика и решил немного пройтись. Гулять по освещенной аллее значило самому себе искать приключения. Вожатые искали нарушителей и вовсю награждали их нарядами на чистку картошки, мытье полов и прочими воспитательными мерами. Что-то я тут других вожатых, кроме Ольги Дмитриевны, никогда не видела. Сейчас, наверное, покажут. На самом деле было бы круто. Когда ты не знаешь, куда идешь, то можно прийти куда угодно. Меня занесло к главному выходу. А что нам клуб кибернетиков показывают тогда? О, ну вот теперь картинка правильная. В небольшой будке у ворот сидел вожатый и крепко спал.
Калитка чуть в стороне от главного входа была символически заперта на проволочку, так что я без помех выскользнул наружу. Налево? Направо? Да какая разница? Даже сейчас пытается сбежать, хотя вроде бы уже говорил, что смирился и в лагере ему нравится. Или он просто так прогуляться? Я попробовал пробежаться. Вместе с формой меня снабдили спортивным костюмом и кедами. Я надевал их вместо повседневной одежды, которой у меня просто не было. Бежать было легко и удобно. Все-таки резко скинуть без малого 10 лет – здорово. Ноги упруго отталкивались от асфальта. Ночной воздух бодряще наполнял легкие. Конечно, суперменом я не стал, так что довольно быстро запыхался и обернулся, прикидывая, сколько мне придется идти шагом до ворот. Ворота были тут же. Рядом, меньше, чем в 10 метрах. Ох уж эта музыка. Что за чертовщина? Я не мог скиснуть так быстро. Поднажав, я бежал еще минут 5. Деревья дисциплинированно проплывали мимо, асфальт под ногами убегал назад. Наконец, острая боль в боку заставила остановиться. А когда я обернулся, то ворота не отдалились ни на метр. Листья клёна падают с ясеня. Ни хрена себе! Ни хрена себе! Ладно, сделаю иначе. Я повернулся и побежал спиной вперед. Стало еще хуже. Ворота все равно не отдалились ни на шаг, зато меня затошнило и закружилась голова. Деревья, дорога, придорожный мусор все так же появлялись из-за спины, но где-то на краю поля зрения таинственным образом исчезали. Бред какой-то. На всякий случай я посмотрел на ворота и надавил на глаз. Раздваиваются. Не глюк. Хорошо, хорошо. Я понял намек. Никто никуда не уходит. Иду спать. Заключил я, никому конкретно не обращаясь. Стоило неторопливо потрусить обратно, как вход тут же стал приближаться. Ну и как это понимать? Я вернулся через ту же железную калитку, через которую сбежал. Закрутил проволочку. Интересные тут дела творятся. Как говорила одна тезка Двачевская, все страньше и страньше. Ну и местечко. Вернувшись в домик, я со смесью смущения и интереса посмотрел на соседнюю кровать. Ольга посапывала во сне, едва прикрытая тонкой простыней. Разувшись, я тихо подошел к кровати, стянул одежду и опустился на свою койку. Интересно, Ольга в курсе того, как ведет себя дорога? Или это только со мной? Еду ведь как-то привозят. Столько непонятных вещей на мою голову. Эта вожатая наверняка не так проста, как выглядит. Но пока что она обо мне заботится. Да еще девочка эта в автобусе настаивала. Доверяй ей. Все эти странные пионеры, странные автобусы, странные лагеря, странные дороги и странные вожатые. Когда я думал об этом, у меня начинала болеть голова. Интересно, в этом-то моде Семен выберется из лагеря, ну хоть куда-нибудь? Не обязательно в свою реальность, но хотя бы за пределы. В Саманте-то это было возможно, а здесь? Кто его знает? Я прикрыл глаза и постарался уснуть. Вышло не сразу, но все-таки товарищ Морфей решил сжалиться и выделить мне еще пару часов отдыха. Я как раз глотнул английского чаю вместо кефира. День 5. Вполне возможно, что да, читать мы будем безо всяких выборов, но это не страшно, это тоже интересно. Будить спящих на рассвете звуками горна придумал очень злой и мстительный человек. Под утро, когда сон самый сладкий и хочется как можно дольше не отрывать щеки от любимой подушки, какой-то гад начинает дудеть в дурацкую дудку. Ну разве так можно? К счастью, я был избавлен от такого сурового подъема. «Семен, просыпайся!» Причина простая. Ольга, как вожатая, вставала на полчаса раньше и будила меня. Все-таки приятней, когда тебя будят ласковым женским голосом. Дома я не испытывал такого с тех пор, как окончил школу и съехал от родителей. Мы почти не общались последние годы. Интересно, как они?
Что будут делать, если я так и не вернусь? У отчима были дети, так что позаботиться о маме есть кому. Не пропадет. О, а здесь товарищи мододелы решили поменять Семену биографию, хотя в оригинале он вроде никогда не упоминал о родителях. Ни о маме, ни о папе, ни об отчиме. Здесь прям решили сделать акцент на то, что у него отчим. Ну, окей, хорошо. Довольно типичная ситуация на самом деле. Интересно, что бы она подумала, увидев, как ее непутевого сыночка тормошит за плечо загадочная, но очень красивая девушка? Или молодая женщина? Интересно, сколько Ольге лет? Несмотря на всю приятность такой побудки, вставать страшно не хотелось. Вот уже четвертое утро я просыпаюсь в этом месте. Так, блин, день пятый же было написано, почему четвертое утро? Я все-таки чего-то еще не понимаю, что ли? И все еще надеюсь, что все вокруг – это просто затянувшийся сон. А потому, услышав будильник, я поглубже утопил голову в подушку и притворился спящим. Последняя отчаянная попытка отвоевать еще несколько минут сна. Меня не сильно потормошили за плечо. «Семен, ну вставай! Ты же не спишь!» еще минутку. А лучше 5. «Подъем, я сказала!» 4. 3,5. Ну, 3. Можно 3 минутки. Да, 3. И встаю. Наконец, после уговоров, увещеваний и под угрозой обливания холодной водой, Ольга Дмитриевна согнала меня с четвероногого друга. Четвероногого друга. Как-то странно про кровать так говорить, если честно. «Семен, пионер должен быть активным, а ты со...» Тут она сладко зевнула, прикрыв рот ладонью, затем продолжила. «А сама-то спать хочешь, видимо». «А ты, Соня, как дед старый?» «Как Георгий Ермолаевич, да? Хотя он-то, по-моему, как раз ранняя пташка». «Кто бы говорил, вы ведь тоже спать хотите». Ольга строго посмотрела на меня, потом улыбнулась и кивнула. «Что верно, то верно. Ох, чего бы я не отдала за чашку кофе, ты даже не представляешь». Тут я был с ней солидарен. «Там, дома, чего проще? Пошел на кухню, поставил чайник, да сделал себе чашечку бодрящего эликсира». Но посреди леса в затерянном пионерском лагере получить дозу кофеина не представлялось возможным. Или нет? Пару раз в столовой давали слабенький кофе, значит, запасы где-то есть. Но он же в СССР должен быть диким дефицитом, а может быть и нет. «Представляю. Сам такой. Я это, умываться». «Хорошо, стучись, как придешь, я переоденусь пока». Потягиваясь и зевая, я побрел к душевым. Вокруг никого не было, пионеры только потягивались в своих кроватях. Хорошо им. Посетив заведение «Мы и Жо», я отправился на помывку. Полотенце на шее, мыло в руке, зубной порошок в другой. Кажется, я потихоньку становлюсь аборигеном. Еще позавчера сама идея мыться в этом ржавом и вечно сыром сантехническом монстре вызывала смех. А теперь единственное, что меня беспокоит, это холодная вода. Слушайте, а я душевых у них не припомню. Только умывальники и баня. Может, он баню душевыми называет? Хз, что-то. Нормальные душевые с горячей водой и кабинками открывались только после обеда. Так что с утра приходилось пользоваться пляжными душами возле спортзала. Вот и они. А, ну так это умывальники ж просто. Стоило мне стянуть шорты, как из кустов неторопливо выбрался косматый черный кот. Смотрите, правда, кота нарисовали. Подошел к водостоку и начал жадно хлебать воду. Симпатия к кошачьему у меня в крови, так что я не стал открывать кран, пока тот пил. Вместо этого попытался завести светскую беседу. Обычное утро в совенке. Семен беседует с котами. Все как всегда. Вдруг ответит. От этого места всего можно ожидать. Что, дружок, валерьянки перебрал. Теперь головушка, Бобо. Кот посмотрел на меня снисходительно, только что плечами не пожал, и вернулся к питью. Утолил жажду, пометил стойку и вальяжно утопал в кусты. Ну и ладно. Никаких кабинок тут, конечно, не было.
Здесь полагалось по-быстрому смыть с себя песок и все, так что полностью раздеваться я не стал. Вдруг Славяна уже пошла бегать. Пташка наша ранняя. Выбежит освежиться и увидит голого товарища по отряду. Вот стыд-то будет. Дубовый настил под ногами приятно охладил ступни. Ах, все-таки есть в этом что-то. Единение с природой, что ли. Небо сверху, земля снизу, и ты между ними, в потоках не спадающей воды. Что-то в философию с просонок потянуло. Хватит откладывать. Раньше начнем, раньше кончим. Я повернул вентиль, глубоко вдохнул, шагнул под струй. Холодная, зараза! Полцарства за горячий душ! Вода в трубах выстыла за ночь. Ледяные струйки из душа моментально смыли остатки сонливости. Но разве что в этом плюс умывания холодной водой. Сон как рукой снимает. И, в принципе, если так каждое утро умываться, то можно закалить организм. Я зажмурил глаза и от души, хотя и в полголоса, выматерился. Отскочил и стал намыливаться, пытаясь по минимуму контактировать с холодной водой. Плохо, шампуня нет. От мыла и жесткой воды мои непопионерски отросшие волосы слипались в некое подобие игл, дикобраза, словно у героя аниме. Глубоко вдохнув, я снова шагнул под душ. Горячая. Она горячая. Она очень горячая и исходит паром. А, он себе это внушает, да? Самовнушение не помогало. Все равно холодная. Ледяная волна прокатилась от спины к пяткам и обратно, вырвавшись через голосовые связки модулированными потоками воздуха. Ох, боже ты мой, вот нельзя было просто сказать что-нибудь типа «Я заорал от того, что вот эта холодная вода, да? Там я взял и заорал». А надо было обязательно это как-то завуалировать. Модулированные потоки воздуха. Ёшкин же шкот. Модуляции были примерно такими. Ух, твою, через Ёвину. Сзади меня не сильно шлепнули полотенцем. Семён, Семён, ну и словечки у тебя. Пионеры таких слов не употребляют. Слышала бы тебя, вожатая. Доброе утро, кстати. Знакомый голос. А, это Шурик был. Я что-то думала, это Славя, потому что, желтым цветом было выделено. Я уж в таком в ее духе читала. Это, оказывается, был Шурик. Ладненько. Рядом стоял сонный Шурик. Взъерошенный, но в парадной форме. Даже галстук повязал. Шурик? Доброе утро. Извини, я не думал, что меня кто-нибудь услышит. Ну да, все нормальные люди спят еще. Биологическая потребность во сне составляет 6 часов, знаешь ли. А ты что подхватился в такую-то рань? Я? Ну, так уж вышло. Вот только не говорите, что он здесь тоже будет каким-то чокнутым. Ну, сделайте его хоть раз нормальным парнем, а? Не спится? Да нет. Он почему-то покраснел. Просто проснулся рано. А ты? За какой-нибудь девочкой шпионил, что ли? Я, насколько помню, никогда про любовные интересы Шурика ничего не было известно. Только про то, что электронику нравилась Женя, и все. Ха-ха-ха. Понимаю, понимаю. Зов природы? Я бы поспал еще, но меня грубо принудили вставать. Что новенького в лагере слышно? А, ну если зов природы, тогда это неинтересно. Это банально как-то. Шурик разделся и вошел под душ. С утра? Ничего, конечно. Утро ведь. Сыроежкин во сне кричал, что он с Земли и пришел на Марс с миром. Но ты не такие новости имел в виду? Он хмыкнул и, отвернувшись в сторону, принялся намыливаться. Спину кибернетика пересекали несколько глубоких царапин. Вот это уже интригует! Нет, точно не такие. Кстати, Шурик, что? Ты всю спину где-то исцарапал. Да хорошо так. Может, в медпункт заскочишь? Пусть мазнут чем-нибудь. А то столбняк он такой. Да? Где же это я успел? А, ну может быть все намного тривиальнее, и вот этот черный кот, которого мы видели, принадлежит Шурику. И это он ему спину исполосовал. А я тут уже не весь что думаю. А точно, точно. На колючке упал вчера. Болеть перестал, и я и забыл. Ты прав. Здоровье прежде всего. Сейчас схожу к медсестре. Она наверняка уже в медпункте. Вот, кстати, знаете чего? Я когда...
заканчивала Рут Алисы проходить вот в Саманте. И там была картинка, где все танцевали, и это Вобла Марковна тоже. Я думала, кто эта девушка с гитарой? А это ж Виола была. Я почему-то совершенно забыла, что она тоже есть в лагере. У меня вообще это из головы вылетело. Я про нее забыла, как про персонажа. Стыд мне и позор. Тут он почему-то улыбнулся. Забыл, значит. Странно, что он штаны надеть не забывает. Судя по всему, он знает, с какой стороны у паяльника ручка и в радиодеталях разбирается. А вот в быту... Ну, не знаю, не знаю. А с другой стороны, во вторник показал себя хитрым интриганом, почти вынудив меня стать третьим членом своего кружка. Может, не так он и прост? Оставив Шурика заканчивать водные процедуры, я подобрал свои мыльно-рыльные принадлежности и отправился в домик. Пройдя несколько шагов по тропинке, я остановился и прислушался. Из невысоких кустов, усеянных красными цветами трубочками, донеслось шуршание. «Опять, что ли, этот кот с сушняком?» Я присел перед кустами, протянул руку и негромко позвал. «Кс-кс-кс!» Кусты зашуршали еще сильнее, и из них высунулась ухмыляющаяся рыжая девочка. Кто бы там еще по кустам лазил? Ярко-голубые глаза насмешливо сверкнули. «Ну, предположим, мяу!» Пока я пытался сообразить, что тут вообще происходит, Ульянка скорчила мне рожицу. Добавила «де-де-де!» и красная молния унеслась по дорожке. После истории с котлетой я уже понял, что догнать ее можно, но только если она сама этого захочет. Потеть сразу после душа не хотелось, так что я остался на месте и негромко произнес в пространство. «Гордись, Семен. Юные девы сами приходят посмотреть на твою задницу. Может, основать первый в СССР мужской стриптиз? А что? Со Слави рубь, с Ульянки рубь, с Двачевской 2 за вредность. А если дадут десятку, то и плавки снять можно». «О чем ты думаешь?» «Кретин!» «Озолотимся!» «Интересно, Алиска даст десятку за стриптиз?» Из кустов донеслось возмущенное. «Ой-ой, очень надо! Псих ненормальный! А ты-то что в кустах сидишь, скажи мне, пожалуйста?» Больше на дорожку никто не выскочил, зато с другой стороны кто-то быстро затопал, удаляясь. Не душ, а проходной двор какой-то. Хорошо, что не стал раздеваться. Хотя, с другой стороны, мне не жалко. Видео, наверное, еще в новинку. Интернет только в бункерах Пентагона. Где же девчонкам на голых парней поглазеть? Ну, в Америке, насколько я знаю, с интернетом уже дела были получше в это время. Это у нас в России все не так радужно обстояло. Интересно, кто это был? Алиса, к гадалке не ходи. Кто еще с Ульяной постоянно околачивается? Я пошевелил кусты. Еще зрители есть? Но кусты хранили гордое молчание. Ну и ладно, впереди предстоял длинный, жаркий и наполненный трудами день. Не будем ломать голову над странностями местных обитателей. В конце концов, какими же еще быть жителем этого странного места? Шурик громко поинтересовался, что я там сказал. «Ничего, ничего». «А, вода шумит, мне показалось, ты разговаривал с кем-то». «Тебе показалось». До завтрака оставалось немного времени, я устроился в шезлонге перед входом в домик и задумался о том, насколько вжился в роль пионера. 4 дня прошло. И что? Хожу на пляж, ем в столовой, любуюсь пионерками, веду дружеские разговоры и крашу траву в зеленый цвет. Что же я выясню? Да ничего. Вообще. Пионеры отмалчиваются, на прямые вопросы шутят или не отвечают, а намеки игнорируют. Еще это неопределенность даты. Подшивки газет, конечно, датированы как положено. Последняя, явно не новая, за 85-й год. А вот календарей не попадалось, даже карманных. Было бы интересно включить компьютер у кибернетиков. Какая дата стоит там? Если подумать, электрогитары, компьютер, еще кое-какие мелочи вроде электронных часов на руках кого-то из пионеров наводили на мысли о середине 80-х. Еще этот Генда на площади. История не мой конек, но такого революционера я не помню. Может, первый директор лагеря? Или еще кто? Ладно бы только это. Путешествие во времени я морально готов принять, пусть даже в параллельное прошлое. Но что делать с дорогой, которая не кончается? Что это за место? Виртуальная реальность? Или неведомые инопланетные экспериментаторы сидят и ржут, потирая щупальца и ложноножки, глядя, как позвоночная Семен тычется в невидимую стенку террариума?
А может, все проще? Я радостно пускаю слюни в палате с мягкими стенками. А это все лишь игра моего воображения. Это было бы грустно. Сколько вариантов. Ни подтвердить, ни доказать эти теории мне пока нечем, а потому решение напрашивалось само собой. Пойду-ка позавтракаю. На полный желудок и думается лучше. Конечно, сейчас пожрет и опять спать завалится. И больше не станет думать ни о чем. Завтрак оказался неожиданно вкусным. Рис рассыпчатый приправлен, котлеты с золотистой корочкой прямо-таки исходили душистым горячим соком, стоило ткнуть вилкой. Котлеты на завтрак? Серьезно? По-моему, это больше такая обеденная еда. А вместо привычного уже компота дали почему-то березовый сок. Это они уже готовятся, видимо, к приему гостей. Интересно, с чего такой контраст с прошлыми трапезами? 2 дня назад на еду без слез взглянуть было нельзя. Но может, хоть к кому-нибудь подсядем, с кем-нибудь поговорим? Нет? Семен поел один? Вот те раз. Мальчика в лагере, как я уже упоминал, было 2 раза и обчелся. А потому девчонки за мной буквально гонялись. К сожалению, не для того, чтобы целоваться в тени сиреневых кустов, а чтобы заполучить тягловую силу. Я вежливо отклонил приглашение сажать розы, снова красить ограду и полоть траву вдоль забора. Я думал, где бы скоротать время до обеда. Главное, вожатую не встретить. Ноги сами завели меня к музыкальному кружку. Мику сидела перед входом и выглядела довольно грустно. Я плюхнулся рядом на ступеньки. «Мику, доброе утро!» «Привет! Ну, я понимаю, что это просто так говорят, это приветствие такое. Просто оно сегодня не очень доброе. Ну и не злое, конечно, просто недоброе». Она вздохнула и замолчала. Видеть Мику не в настроении было настолько непривычно, что я решил задержаться и подбодрить ее. «Что случилось? Почему такая невеселая? Любимая пианино заболела». Она слабо улыбнулась и покачала головой. «Фортепиано не болеют. Разве что, если в них древоточец заведется. Это жучок такой. Шашель называется. У нас было концертное фортепиано. Дедушка подарил, когда они в СССР уезжали. Папа еще очень ругался, пока его поднимали. Мы на 3-м этаже жили. И вот там этот самый жучок завелся и... Ой, ты же не об этом спросил?» «Ну да, я вообще-то спросил, что случилось. Но про фортепиано тоже интересно. Так чего грустим?» «Да тут такое натворили. В вещевом складе крыша провалилась, и матрасы с подушками сюда перетащили на время, пока крышу не починят. И свалили как попало, горой посреди комнаты. Теперь ни поиграть, ни к инструментам пройти. Я бы сама, но их так много, и такие неудобные. Я попробовала одна, так чуть окно не разбила. И попросить помочь некого. Конечно, я забрел сюда как раз, чтобы избежать работы и спокойно подумать над тем, что делать дальше. Но Мику выглядела такой грустной, что я не удержался. Ну как же, никого. Давай я помогу. Ой, ну ты занят, наверное. Сейчас все заняты, даже Алису с Ульяной забрали помогать. А я тут на тебя свои проблемы вешаю. Мало того, что ты нам вчера веранду красил, еще и сегодня таскать будешь. Мы сами как-нибудь. После обеда кто-то еще придет. И, несмотря на то, что слушать это щебетание было приятно, я решил слегка ускорить события. Работа не тяжелая. В тени с симпатичной компаньонкой. Чего еще надо? Вот и ответ на вопрос, куда бы скрыться. А потому я накрыл ее руку своей и бодро заявил. Ну что за вопрос? Для чего еще, друзья? Сейчас перетаскаем. Она посмотрела на меня и покраснела. Я смутился и убрал ладонь. «Правда поможешь?» «А то!» «Джентльмен Семен, это ж надо же, а!» Мы вошли в клуб. Я понятия не имел, сколько тут лежало ватных постельных принадлежностей, но матрасная гора не достигала потолка совсем чуть-чуть. Нет, они рехнулись вот эту всю гору в музыкальный клуб тащить, когда было ясно сказано, что весь лагерь готовится к концерту. И музыкальный клуб – самое, так сказать, главное место сейчас. Неужели нельзя было куда-нибудь? Блин, ну а с другой стороны, куда? В медпункт? В библиотеку? А хоть бы и в библиотеку, господи, почему бы нет? Эверест, а не горка. Мику, а откуда вы взяли столько матрасов? Их же тут на весь лагерь хватит. Ну, я не знаю. Пришли мальчики какие-то, сказали, что им вожатый поручил. Они носили, а сложить поленились. Вот горка и получилась.
А я пошла искать того вожатого. Не нашла. Потом пошла на завтрак. Вернулась. Уже их не найдешь. Ну и вот. Сижу, думаю, как я одна буду все это перетаскивать. Если бы не ты... Да? Ну давай тогда начинать. Ты инструменты от стенок оттащи, только рояли тяжелые штуки сама не двигай. Думаю, если выложим их рядками под стенкой, то будет то, что надо. Еще и посидеть можно будет. Накроем покрывалами и, считай, мягкую мебель для клуба купили. Точно. А я думала просто покучнее сложить. Но так даже лучше. Здорово придумал. И после этого девочка-оркестр и пришелец из будущего занялись чертовски важным делом – раскладыванием матрасов. Разговор между нами завязался сам собой. Несмотря на многословность, Мику оказалась интересной собеседницей. За время, проведенное в перетаскивании постельных принадлежностей, мы успели вдоволь наговориться. При первом знакомстве она показалась мне легкомысленной и не очень умной. Это впечатление оказалось обманчивым. Просто она не задерживалась на одной теме дольше минуты. В основном, конечно, болтали о музыке и всем, что с ней связано. Мику рассказывала про лагерь, школу, музыку, кино, кошек и еще кучу разных вещей. Я с удивлением понял, что меня это не утомляет, а доставляет удовольствие. Ну и замечательно, раз так. О, действительно, смотрите, как уютненько получилось. Вскоре по кружку снова можно было пройти, не прижимаясь к стене. Матрасы равномерно лежали вдоль стены, а мы с Мику присели отдохнуть на одну из стопок. Из-за того, что приходилось постоянно двигать мебель и инструменты, времени ушло больше, чем ожидалось. Мику с довольным видом огляделась. «Ой, Семен, спасибо тебе огромное! Выручил так выручил!» «Проси, чего хочешь!» «Чего хочу?» Мику вопросительно смотрела на меня. Взъерошенная, с паутинкой в волосах, полоской пыли на щеке, но все равно такая милая. Я молча достал носовой платок и стер пыль с ее лица. Она удивленно коснулась щеки, потом покраснела. «Ты чего?» «У тебя там пыль была». «Да, я и не заметила. Спасибо». «Не за что». «Чего хочу, говоришь? А ты точно не устала? Знаешь, если можно, то маленькая просьба есть. Смеяться не будешь?» «Ну что за глупости? Ты все сделал, а я так барабаны подвигала». «И какое желание будет у моего спасителя? Только ничего неприличного, а то знаю я вас, мальчиков». Она хитро улыбнулась и погрозила пальцем. «Говори, говори, я не буду смеяться». «Но что пожелать-то с такими ограничениями?» «Ничего неприличного». «Ну, раз ничего неприличного, тогда вот что. Ты вчера играла что-то после «Алых парусов». Я как раз тут забор красил. Заслушался. Красивая такая мелодия на гитаре. Без слов. Грустная. Не сыграешь ее для меня еще разок? Мне очень понравилось». «Я вчера много играла. Вот это, наверное». Мику чуть прикрыла глаза, выждала пару секунд и коснулась медиатором струн. Играла она четко, очень красиво, и ее можно было слушать часами. Увы, песня длилась недолго, всего около минуты. Красивая, немного грустная мелодия. Ничего особенного вроде бы, но чем-то она брала за душу. В самом мотиве было что-то смутно знакомое, но я так и не смог вспомнить, что именно. Ну вот да, мне тоже мотив показался знакомым, а что это могло быть, не знаю. Когда последние ноты повисли в воздухе, Мику открыла глаза и посмотрела на меня. Все это время я любовался ее лицом
иногда отвлекаясь на изящные пальцы, легко порхающие по струнам. Ну вот да, медиатор, а потом вдруг изящные пальцы, легко порхающие по струнам. Или это он имел в виду левую руку? Ну ладно. Интересно, она это заметила? Мику понимающе улыбнулась. У тебя сейчас такое лицо мечтательное было. Тебе понравилось? Нравилась мне скорее не мелодия, а ее исполнительница. Но музыка тоже брала за душу. Но не скажешь же прямо вот так. Еще смутиться окончательно. Да, очень. Что, прямо такое мечтательное? Такое, такое. Интересно, о чем ты думал? Но даже не знаю, надо подумать. Нет, не надо. Ты первое скажи, что в голову пришло. Знаешь, как у нас говорят? Первые слова идут от сердца. Тогда такое чувство, что кто-то чего-то ждет. И... не знаю. Ну, как будто ждет, это не случается, но ждущий все равно надеется. Мико очень внимательно посмотрела на меня, затем улыбнулась. Здорово! Значит, у меня получилось передать настроение. Я так мелодию назвала, в ожидании чуда. Так это ты сама сочинила? Ага. Здорово. Так ты еще и композитор, значит? Ой, ну нет, конечно. Просто иногда сочиняю мелодии. Не очень сложные, но получается красиво. Это ж фильм был, да, в ожидании чуда. Правда, уже современный, не советский. И там была песня «Девочка, которая хотела счастья». Господи, боже мой, где мои 12 лет или сколько мне тогда было? Я просто очень любила эту песню. Хочешь, я еще сыграю? Она еще спрашивает. Хочу, конечно, если тебе не тяжело. Мне нравится слушать, как ты играешь. Ну что за глупости, совсем не тяжело. Я все равно играла бы для себя, мне нравится. А если кто-то слушает, то еще интереснее. Особенно... Она помялась, затем добавила. Для того, кто музыку любит. По-моему, она хотела сказать что-то другое. Интересно, что? Наш маленький уютный концерт для одного слушателя длился минут 20. Мику чередовала быстрые веселые мелодии с задумчиво-печальными, не давая мне устать. Какие-то вещи я уже слышала раньше, а какие-то были просто ни на что не похожи. Отыграв очередную композицию, Мику взглянула на часы и удивленно ахнула. «Ой, Сеня, заговорились мы, а мне надо к Лене заскочить». «Ты устал, наверное? Посиди, если хочешь, отдохни, только дверь потом захлопни на замок». А то дети, если забредут, инструмент начнут смотреть, еще поломают. А я побежала. Увидимся на обеде. Хорошо, я еще чуток передохну, да тоже пойду. Спасибо, что сыграла. Это тебе спасибо. Ну, не скучай. С этими словами она взмахнула своими длиннющими хвостиками и убежала. Я еще раз осмотрел дело своих рук. Спал я плохо и мало, а ведь известно, что кто воевал, имеет право у тихой речки полежать. Или отдохнуть. Не помню. Главное, что право имею. С этой мыслью я кивнул своему отражению в полированной боковине рояля и вскарабкался на стопку под окном. Из открытой рамы приятно тянуло запахами леса и сирени. Солнце еще не перевалило через крышу и не жарило. 40 минут до обеда. Можно поваляться. Главное не закрывать глаза, а то засну. Только не спать. Не спать. Потрачено. Чё тут еще скажешь? Ну что, очередной странный сон? Мне приснился странный сон. Да что ты говоришь? Словно ко мне подошла фигура в белом с длинными черными волосами. Наклонилась и поцеловала в губы, оставив вкус земляники. А затем быстро отпрянула, задев ногтем щеку. Что за эротические фантазии такие? Телевизора рядом не наблюдалось, так что вряд ли это была девочка из звонка. Я попытался коснуться ее, но пока непослушная рука подымалась, гостья уже отскочила, взмахнула черной гривой, а через секунду раздался хлопок входной двери. «Сеня, вставай! Ну ты и Соня! Тебя даже сигнал к обеду не разбудил!» Где-то я уже слышал это. Или читал. Не помню. А что, правда кто-то заходил и целовал его или нет? А кто это с черными волосами-то? Тут только Женя с черными волосами, но у нее короткие. Хм. Лениво открыв один глаз, я прищурился от яркого солнечного света. На часах уже перевалило за 2. Вот это я отдохнул. Рядом стояла Мику и легонько трясла меня за плечо.
на губах ощущался посторонний привкус. Земляника. Это что, вот с поцелуем это не сон был? Щека немного соднила. Неосторожное движение, и волосы Мику прошлись по моему лицу. Я с удовольствием втянул воздух носом. От ее волос исходил тоже приятный запах, но другой, пряно-острый. Шампунь такой, наверное. Значит, это была не она. Такой аромат я бы не забыл. Я потянулся, сел и потряс головой, прогоняя остатки сна. Ой, извини, Мику, заснул как у себя дома. Разморила на солнце. Я не помешал репетициям там или еще чему? Мику покачала головой. Да ну, мне что, места жалко. Я тут тебе обед принесла. Смотрю, в столовую не пришел, так и подумала, что, наверное, задремал. Суп кончился, извини, только второе. Но тетя Наташа мне его подогрела, так что вот, угощайся. На подносе исходила ароматным паром тарелка гречневой каши с большой сарделькой. Рядом лежала загорелая горбушка хлеба. Желудок постучался в диафрагму и издал душераздирающее урчание. Мику услышала этот рык и хихикнула. «Кажется, я правильно сделала, что принесла твою порцию сюда. Или надо было разбудить на обед? Ты как думаешь?» «Мику, ну спасибо тебе большущее!» «Да нет, мне просто неловко, что ты для меня еду тащила. Знаешь, так приятно, когда о тебе заботятся. А как пахнет-то вкусно!» «Да что ты, это тебе спасибо за помощь! Ну ты кушай, кушай, потом посуду только отнесешь, ладно? И мне это тоже в удовольствие. Мама говорит, мужчин надо хорошо кормить, тогда они добрые становятся». Женщин тоже, если кто не знал. Все мы люди, и все мы любим поесть. А когда мы хорошо кушаем, тогда мы добрые. Твоя мама умная женщина. А если ты в нее пошла, то и красавица должно быть. Эй, кто это сейчас говорит моим голосом? Тот ли это Семен, который в присутствии девушек либо молчит, либо мычит? Вот уж не ожидал. Ну, сейчас посмеется над моими неуклюжими комплиментами. Нет? Еще и улыбается? Ой, ну скажешь тоже, красавица. Скажу-скажу. Еще добрая и заботливая. Не дала пионеру Семену с голоду помереть. Что, такой голодный? Еще голоднее. В подтверждение своих слов я разом отгрыз пол сардельки, обжегся и выпучил глаза, хватая воздух ртом. Кажется, сейчас изо рта вырвется пламя и сожжет к черту весь этот кружок. Ой, неудобно-то как при девушке. Вид, я думаю, был комичный. Вот теперь она рассмеялась, но настолько дружелюбно, что обидно не было. Мику похлопала меня по спине, протянула стакан воды. Я торопливо дожевал сардельку и залил водой пожар во рту. Спасибо. Опять выручаешь. Ну хватит комплименты раздавать, а то зазнаюсь. Ты кушай лучше, а то остынет. А холодная еда, она вредная. Дать остыть такому обеду было бы преступлением. Надеюсь, чавкал я не слишком громко. Мику положила подбородок на переплетенные пальцы и молча наблюдала, как я ем. Когда Славяна подкармливала меня в первый день, точнее в первую ночь, то это выглядело словно забота старшей сестры, а тут ощущалось совсем иначе. Кстати, Сеня. Да? А кто приходил, ты не видел? В каком смысле? А вот парик какой-то лежит. Я уходила, его не было. Ну да, понятно, понятно, что никто с черными волосами тут просто так не мог ходить, потому что никого тут и нет с черными волосами. Значит, кто-то надевал парик. Алиса? Потому что она очень уж активно к нему клеится здесь. Ну, кто ее знает, это могла быть и Лена. Мало ли. Может, девчонки из кройки и шитья прибегали и забыли? Они там костюмы делают. Я потом спрошу. Сначала думала, что это кот наш, его пират зовут, он тоже черный. Потом присмотрелась, а это парик лежит. Странно. На полу возле того места, где я спал, действительно лежал черный парик с длинными волосами. Но так какой же, извините, дурочкой надо быть, чтобы такое вещественное доказательство обронить? Неужели не приснилось? Я ответил осторожно. Не видел. Снилось, что кто-то заходил, но никого не видел. А ты? Не знаю, может, показалось. Вроде кто-то выбежал, но далеко было. А я о своем думала. Не разглядела. Пожав плечами, я еще немножко посмущал Мику благодарностями и отправился в столовую. Что-то мне кажется, это действительно могла быть Алиса. На Лену и Славию я почему-то не думаю. Ну и на Мику как-то тоже.
Странно это, конечно, все. Ну да ладно, давайте-ка на этом моменте мы с вами прервемся и остальное почитаем уже в следующей серии. Все по-прежнему очень мило, особенно этот концерт для одного человека. Семен, конечно, наслаждается своим пребыванием в компании симпатичных девушек, и как-то пока непонятно, кто ж ему все-таки больше нравится. Вроде и на Славе он так посматривает, и на Мику он посматривает, и внимание Алиски ему тоже льстит. Вот, наверное, они и тут между собой как-то начнут драться за внимание Семена. Ну, посмотрим. Всем большое спасибо, что посмотрели. Буду рада вашим комментариям. Скоро увидимся.